День в оздоровительном лагере «Салют» начался необычно. После завтрака не прогулка и не линейка, а знакомство с профессией госавтоинспектора. 3 июля сотрудники ГИБДД отметили свой профессиональный праздник и в честь этого приготовили для детей обширную программу. Напоминаем о правилах поведения на дороге, о том, как надо передвигаться по проезжей части, по пешеходным переходам, на средствах индивидуальной мобильности, на самокатах, велосипедах, роликах. Ну, такой в познавательной игровой манере, чтобы им было интересно. «Салют» загорелся проблесковыми маячками полицейской машины. Во дворе оздоровительного лагеря можно было и внутри служебного транспорта посидеть, и даже передать сообщение по громкой связи. Некоторые, пользуясь случаем, обратились к вожатым лагеря. Вожатые первого отряда, будьте добрее, пожалуйста, к своим детям любимым. Но вот, по легенде, в машине был обнаружен подозрительный предмет. Дети отошли и наблюдали за службой кинологов, вышедших на разведку. Где, покажи. Молодец. София Бырдина и ее верный помощник по кличке Нейт обезвредили транспортное средство. Инспектор-кинолог признается, это только на первый взгляд инсценировка рабочего процесса. Для кинологической службы выезд ничем не отличался от настоящего. Сотрудники ГАИ и кинологи часто вместе взаимодействуют на многих мероприятиях. И как бы вот показываем свою работу. Чаще всего собака работает на автомобилях, потому что могут провозить запрещенные предметы. Дети принимали участие во всех интерактивах и с любопытством надевали служебную экипировку, каску и бронежилет. Воспитанники «Салюта» отметили, познавать профессию, примеряя ее на себя, гораздо интереснее. Я попробовала померить бронежилет. Мне очень понравилось, это интересно, познавательно посмотреть, как работают сотрудники полиции. А Ксении Петровой больше всего запомнилась работа кинологов. У нее дома живет четвероногий друг, и теперь девушке захотелось выучить с ним пару новых команд. Я впервые увидела такую натренированную собаку. Они очень помогают полиции, потому что человек может ошибаться, а не в собаке не ошибаться. В завершении экскурсии в профессию сотрудники госавтоинспекции показали детям видеоролики на тему важности соблюдения правил ПДД. День для воспитанников лагеря «Салют» получился плодотворным и полезным благодаря сотрудникам ГАИ и кинологической службе. Инга Янчук, Александр Логинов, Максим Константинов, «Видное ТВ».